Как вроде меня рвут, а не тебя. Нужно быстрее. И жить хочется, еще хоть мгновение пожить. И нужно быстрее, потому что тебя разрывают. И ко мне сейчас доберутся, тогда я вообще ничего не успею. У тебя как волосы. Длинные, вот тут хвостик и длинный висит вот так. Поворачивай, а он сюда и сюда. Вот. Да, да. Поворачивай, смотрю на тебя. И страшно. Итак, ты соединял. Уф, так, где же? Вот туда посмотреть на меня. Вот да, вот впечатление, что их как-то... А вот что в этих пластинках было, я не знаю. Впечатление, что какая-то, знаешь, как глина с травой какой-то перемешана, мелкая-мелкая. Я не знаю, что это было. Может, в них нужно было контакты. Может, это для соединения контактов было. Хрен его знает. Вот только такие пластинки какие-то. Пока не поняла, что это. Но вот держу это в руках, на тебя смотрю, туда смотрю, где они там смотрю. И жить хочется просто капец. Может, наверное, знали? Не один раз живем. Уже магия. Где? Какая разница, один раз или не один? Та жизнь, то одна. Понимаешь? Разница, да? Будут другие жизни, будут другие воплощения, но это-то одна. Примерно так. Меня уже? Тебя уже рвали. Боял. Что я не успею. И тебе прямо душу разорвут. Да? Да, ты кричал. Давай, давай. Понял, что все. Да. Что я не смогу, не успею. Вот. Новым укусом. Кровью. Я вижу, как тебя вот за ногу взяли и волочат, а ты в них вот так вот стреляешь на спине, тебя тянут, и ты голову поднял и стреляешь, понимаешь, им похрену, они тебя тащат дальше. Я бросаюсь вперед, этот паренек меня прикрывает вот так. Они немного отходят, когда он стреляет, ну им пофигу, как мухи кусают, знаешь, как осы. Им может неприятно, не настолько, чтобы там умереть от этого. Я вот за ним пробираюсь и туда бегу быстрее. Ты на этих кричишь, ты их к себе. Этого деда тут куски какие-то доедают. Угу. Дети. Мерзкий. Купол перестал держать, и погода менялась. Мы там не могли даже долго жить, потому что дальше бы замерзли. Когда бы прошло уже, там, допустим, 5 лет осени, а потом, условно говоря, началась бы зима полная, купол как бы изменился, мы бы тогда там не выжили бы. Мы там не могли долго жить в любом случае. Он мы не то чтобы понимали. Исчез, он начал противоположное мутировать. Противоположное, да. Из планеты начала выкачиваться сила полностью. И она начала остывать. Угу. Да, ботинки хорошие были. Такие. Круглые. Шрам. Ужасно.
Не было ничего ужасного. Просто шрам. Исчерено. Чем-то, да. Всего лишь шрам. И вот настолько это близко. Глаз не открывался нормально, знаешь, как? Угу. Один открывался, смотрел, а второй вот так полуопущенное век. У меня все-таки подозрение, что между Алексом и Сталином, а матрицей Сталина. Ну вот прям. Вибрирует на уровне груди и сейчас надо как-то залечивать. Устанавливает душу. Вот он еще и не зарастал. И... в тонком плане дыры. Это долбанная матрица. Не в том мире. Надо будет вытягиваться. Сейчас первые кимоны. Даже слабее обычных людей.